Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? Поле бед нас водит видно, как кружит по сторонам. Произошла глупейшая ошибка, что мы оказались здесь. Это недоразумение. Но нам приходится мириться с этим. Местные нас недолюбливают, но приняли нас. Только из-за того, что я взял самое ценное, что здесь есть. А именно сладкое. Говорят, здесь есть опасные твари. Они не представляют мне угрозы. Но на улице долго находиться все равно опасно. У нас есть вода. Спички тоже в достатке. Но проблема лишь в сахаре, в шоколаде, в конфетах. Сестра, которая по неволе случая тоже оказалась здесь. Мы живем с местными, у них есть вожак. Сегодня день нашего посвящения. А где мелкий? А это наш хранитель сладкого. Он ведет подсчеты. У него аллергия на шерсть. Проваливай. Проклятые новички. Отнимают у меня время. Сказали, что если съел сладкое, то в этот день нельзя пить воду. Чтобы утолить жажду, у них есть специальная газированная вода. Вчера на складе было 255 конфет. Сегодня я выдал 5 из них. По сегодняшним подсчетам осталось 245. Я не понял. Опять куда делась? Это все из-за новеньких. Новенькие? На кол их! Не-не-не, сначала ко мне, потом на кол! Вы в курсе, что мне не хватает на складе 5 конфет? Вы, наверное, не знаете все ценности этих сладостей. Мне придется теперь на 2 дня прекратить выдачу конфет. И если в этот срок вы не докажете свою невинность, так тогда... А что тогда? На кол! Что за вздор? Старик что, из ума выжил? Да успокойся. Дай мне время на обдумывание плана. Скорее всего, нас спасают щитовод. Мой план готов, и он таков. Первый этап – надо подменить специальную воду на обычную. На совещании вызовем у него аллергию, вследствие чего он захочет пить. Ну что, что-то изменилось за 2 дня? Нет, все так же. И это хорошо. А, это вы, воришки. Заходите, присаживайтесь. Или вы нашли настоящего вора? Доступ за эти 2 дня, доступ к сладкому мог быть только у вора, правда? Вы хотите сказать, я вор? Нет. Ну я знаю, что воришка не может выпить обычной воды. А попробуйте вы выпить. Вот видите, мы здесь ни при чем. Но мы догадываемся, кто это может быть. Что с тобой? Может, водички? Да, пожалуй. Только не обычные, а специальные. Возьмите, пожалуйста. Что это было? Вы отравили его! Нет, это не отрава. Это обычная вода. Таким образом мы показали вам, кто воришка. Вот он. Я все понял.
Вы можете быть свободны. А с тобой я разберусь. Охрана! На кол его! Ну вот и все.